Канадскую полицию впервые возглавит женщина. Бренда Лаки служила в миротворческих силах в бывшей Югославии, а также участвовала в обучении полицейской для миссии ООН на Гаити. Руководителем федеральной полиции Канады впервые стала женщина, сообщает CBC. Премьер-министр страны Джастин Трюдо назначил на эту должность Бренду Лаки, которая является сотрудником полиции с 1986 года. Она служила в миротворческих силах в бывшей Югославии. А также участвовала в обучении полицейской для миссии ООН на Гаити. Румынское правительство впервые в истории возглавила женщина. Ранее сообщалось, что женщина впервые в истории возглавила Европол. Новости от Correspondent.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал HTTPS/Correspondent.net. По материалам сайта newsgro.com.